Мы продолжаем вас знакомить с номинантами на соискание Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства 2018 года. Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова выдвинул авторский коллектив мюзикла «Во мне душа Пихампара» Эсман Чунра. Режиссер-постановщик мюзикла, художественный руководитель театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Сценарий написал драматург Владислав Николаев. Необычный для коллектива спектакль вчера смотрели члены комиссии. В нем много музыки и танцев, как и полагается, по формату. Драматические актеры легко освоили оригинальный жанр, попробовав свои силы и в вокале. Яркая сценография, неординарные костюмы – все это плод большой и серьезной работы всего коллектива. Он столько времени у нас занимал. Мы утром приходили на репетицию, днем пообедали, вечером опять репетиция. Мы домой ходили только отдохнуть с утра до ночи. Вот этот промежуток времени, он был такой насыщенный. Ой, мы даже вот вспоминаем, тогда было это очень сложно для нас. Но мы это сделали, мы смогли. Моя роль... Белая волчица Чиберби, она очень достойная, с характером, она знает себе цену, преданная, верная своему любимому, не смотрит ни на какие там сплетни или что-то, отговорки, она знает, она идет за ним, за своим любимым, куда бы ни было. С огромным удовольствием играли в спектакле юные танцовщицы из хореографического ансамбля. Мы попали с помощью танцев. Мы ходим в коллектив «Синяя птица». И получается, что к нам пришел Геннадий Павлович с Зоей Стихеевной. И сказали, кто хочет участвовать. И некоторые девочки подняли руки и потом делали отборы. Просто говорили, как говорят на чувашском языке. И вот так мы попали сюда. Идея противоборства охотников и зверей по замыслу авторов превращается в систему знаков и символов. На первый план выходят общечеловеческие ценности – дружба, любовь, верность и преданность. Молодые актеры выложились по максимуму. Они не играли, жизнь героев стала их собственной.